В настоящий момент в парке Егорочка рабочие демонтируют старую бетонную тротуарную плитку и бордюрный камень. Пешеходные дорожки и зоны отдыха также нуждаются в ремонте. В своей очереди ожидают и цветочные клумбы, неработающий фонтан. Его поверхность очистят и покрасят. Вкладывается бетонная тротуарная плитка в количестве 735 квадратных метров. В этом году планируется ремонт тротуаров по улице Береговая, от улицы Широкой до улицы Романтиков. Строительство новых тротуаров по улице Степана Повха от КСК «Егун» до 7-й школы, а также тротуар от Нефтяников 6 до Широкой 31.